Всем трема доброго времени суток, от канал Лэйзи Дмитрий, ленивый. Ленивый я. Уф, да уж. Куда же без потягушек. Ну что, Wolfenstein Youngblood. Полное разочарование. Честно скажу. Wolfenstein Far Cry, блин. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, точнее, Donation Alerts и Boosty в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Отдельное спасибо Помидорка, Вячеславу и Zekat Exp, они знают за что. Продолжаем. Так, продолжаем. Во-первых, я тут в настройках нафиг все посносил, к чертовой матери. Я думаю... Ой, яркость точно. Вот яркость можно пониже сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Вот. Нашел тут расширенные настройки, а у меня тут все... Вот это вот... Убер, сверхвысокая, убер. Ни хрена себе, думаю, вот это максимальная частота кадров, максимум стояла. Говорю, что, с ума сошли, что ли? Куда такие показатели? Скинул, блин, игра намного лучше работать стала сразу. Так, мы находимся здесь. Да, мы находимся здесь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Убивать нацистов, ну это да, понятно. Что еще тут произошло? А, ну да, во-первых. Да, во-первых, у меня теперь появился от... Ты где? А, во. Во. Кугель... Уберхаммер, Дизельхаммер, Лазерхаммер, Кугельхаммер, Убер, Дизель, Лазер, Кугель. В общем, вот тут у меня супер пушка, я их все собрал, все какие были. Вот, прокачал, как вы помните, то, что, собственно говоря, я планировал прокачать. Это обучение, нет, персонаж, да, нет, не сила, вру, мышцы, да, вот они, на максимум. Тяжелое оружие, улучшать его. Вот это я не понял, честно говоря. То есть, почему здесь вас нельзя сбить с ног? И урон зачатки уменьшается на 50%. Как-то вроде тяжелое-тяжелое. Я был уверен, что тут что-то тоже для тяжелого. Ну, типа, знаете, там... больше запас, патрон. Ну, или... Ну, что-то, в общем, да. Тут как-то бац, так вас нельзя... То есть, вы можете носить в инвентаре тяжелое оружие, улучшать его. И вдруг вас никак нельзя сбить с ног. Логично было бы увидеть это припиской к броне. Где-нибудь вот здесь, типа, увеличивает максимальное количество брони до 200. И вас никак нельзя сбить с ног. Вот это было бы логично. Почему здесь? Как-то, да, странноватенько. Так, в плане оружия, это я, по-моему, все улучшил. Пистолет, пулемет, по-моему, тоже почти весь улучшен. Ну, вот этот вот, убер, да, вот это вот все. Надо будет тоже качать, естественно. Но все это стоит денег, ясен красен. Довольно немалых. Ну, в общем, пошли какое-нибудь задание выполнять. Там посмотрим. Здесь я, по-моему, у всех все собрал, да. Так, променад. Это у нас только семерки испытания брони. Использовать сигналы поддержки. Ну, я их, кстати, делаю потихоньку. Нет, давайте-ка возьмем вот... Ну, маленький Берлин, может, 100 раз был. Давайте сюда сходим. А тут у нас что? Рейдбрудер, лазерный тара. А, найти лазерный тара. Ну, вот давайте безмолвный аванпост и возьмем. Когда-то нацистский генерал Лотар Брандт создал тюремные зоны, подобные этой. Так. Для политических диссидентов из групп с низкой и средней степенью риска. Так. Это было предупреждение всем, кто думал о мятеже. Так. Сюда ссылали всех, кто сказал хоть одно дурное слово о нацистах. После Парижского восстания многие жители погибли или исчезли. Так. Северн-тре-тре-трист. Ага, окей. По-моему, она в конце выругалась. Хотя я не уверен. Это новая карта, мы здесь еще не были. Что пишет? Районы Парижа. В районах Нового Парижа всегда есть чем заняться и что посмотреть. Попробуем поискать аванпост сопротивления. Окей. Ясно. На улице города много нацистских солдат, и в каждом районе есть тщательно охраняемые башенные ворота. Вам придется... Ну, это, да, это я помню. До Брудера мы пока не идем. Мы пока качаемся. Что тут есть интересного? Какая большая хрень. Тебе никогда не казалось, что наши действия ничего не меняют? Ведь мы убиваем нацистов пачками, а они прут и прут. Мама говорила, что главное не то, как сильно ты бьешь, а сколько ударов можешь терпеть. Мы, сестренка, переживем этих мудил. Да? Ну ладно. Мы с Тамарой ходим парой, да? Но ящики мы так ломать и не научились. Wolfenstein Far Cry. Хм.
Он заведен. Тук-тук. Есть кто дома? А можно пострелять? О, привет. А ты кто? А, это здоровье. С здоровьем все нормально. К сожалению, для меня этот Вольфенштейн стал таким разочарованием, что я даже вызвал у кого-то там легкое пуканогорение или наоборот. Хороший смех. Не знаю, не уверен. Но... Ай, да куда ты? Вот это местность. Ну, чё вы так сразу-то? А поговорить? За пушку бежит гнида. Куда это они? Э, вы, мужики, вы куда? А чё все убежали? Хм. Ребята! А вы куда все? Они все ушли! Они не стали брать пушку, атаковать. Они просто ушли. Думаешь, одного дрона сбил? Че сразу так истерить-то? Смотрите-ка, блин. У вас этих дронов... Девать некуда. А, думал, тут просто проход. А может, они сюда побежали? Ну, компьютер-то знает, куда бежать надо. Возможно, кстати. Может быть. Хотя, черт его знает. Нет. А, или тут все-таки... Да нет, тут тоже балкон. Опа, дискета. Зашифрованная. Ну, деньги. Сколько? Полтинник. И сколько это у нас всего? 430. Ага, так, это уже коллекция. Что в коллекции? А, здесь, ну это подожди ты пока. Так. Пистолета пулемета, да? Так, ты улучшен. Ты улучшен. Тебя еще надо улучшить, да? Ну, давай... Эй, блин, да ладно, серьезно, чуть-чуть не хватает. Хм. Ну, прикол в том, что мы как бы все равно наверху. Э, стой! Убер-зольдатен. О, попал. Но в том-то и дело, что вот как бы попал, но как бы вроде как это, вроде избил. Да подожди ты, займешься. Там денется. Да нет, нас не денутся. Эй, меняешь? Давай. На что меняешь? Медики здесь забавные. Еще вопрос, у кого броня, блин, лучше? Попал? Ну, медик, вылези за скотину. О, открыту. Сам ты. Вылези, скотина, я знаю, что ты там. Не хочет. Стесняется. Еще есть? Клан сигналки нету, что меня смущает. Очень сильно. Ну, еще кто-нибудь придет? Не, не хотят. Ладно, в случае, если вернуться-то можно. В эту защищенную зону, так что. Ну, в смысле, вуду. Прохлопали. Кто хлопал? Кому хлопали? Так, Кугельхаммер, Лазерхаммер. А почему неизвестные боеприпасы-то? Я вот понять не могу. То есть, почему она их упрямо не распознает? Говорит, прохлопали. Там кому-то хлопали. Кому неизвестно. Но хлопали. А можно пока... Нельзя. Вот слабье. Что это вот, говорит, плохое слово про нацистов? А что про вас хорошее сказать? На мотоцикле покататься нельзя. Папу сперли. Что за... Что про вас хорошее-то говорить? Скажите мне.
Я знаю, что ты там, вылезай. Мужик, я тебя видел, выходи. Упал? Ай! Какая агрессивная тетенька. А я тебя вижу. Молодец, сестра! Ты в ударе! А то. Вообще лучший из лучших. Эй, какого хрена? Хорошо, что развлекались, ты сигналку включил. Да ну вас, блин. Ты молодец, Афи! Хотя, в принципе, неплохо, что включили. О! Так. Пусть... Нет, включили хорошо, на самом деле. Потому что, во-первых, они сейчас будут прибывать. Мы выполним задание на их... О, перемещаешься? Давай. Да, мы тоже переместимся вслед за тобой. Нет? Не хочет. Все пришли? Ой, чуть там все горит. Это что? Это я своим взрывом устроил? Ух ты! А медику пофиг, говорит. Ну и что ж у вас там убивают? И чё? Я чё, говорит, вас лечить, что ли, пойду? Ха! Да идите-ка вы нахрен. Вот всё-таки то, что они убрали возможность восполнять патроны через вот эту штуку. Это очень, я считаю, большое... Здрасте. А ты что тут делаешь? Заблудился маленький? Или что? Так, ну-ка, цыц, ты можешь вылезти. Так, чупленько, 451. Не, ну дайте пистолет-пулемет сначала добьем, чушь. Да блин! Я что, до сих пор не собрал? Аюшки, подожди. Обучение. Так, а у меня всего одна способность. Подожди, ко мне есть что-нибудь на один? Да, есть. Да, давайте используем. Подалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант. Постарайтесь его уничтожить. Да, прям. Как говорил папуля, хороший нацист, дохлый нацист. Да, пап фигни не скажет. Запросить код. Мне одной не справиться. Помоги. А, как? А, кстати. Убежище в канализации. Олег, мы оставили ящик с боеприпасами и продуктами в сарае у выхода из канализации. На нем висячий замок. Попасть туда может только из канализации. Так что используй это место в качестве убежища, Жаклин. Хорошо, Жаклин. Так, ну сейчас-то у меня денег хватает на еще одно улучшение или нет? Ну... Угу. Конечно, по-хорошему надо бы винтовки улучшать. Глушитель я уже улучшил. Вот это еще надо улучшить, да? По-хорошему, да, надо бы. Угу. Подожди. А моя любимая? Винтовка это вот это имеется в виду, Блицгейвер. Блин, ну нет, ребят, ну вы че? Так, не туда мы успеем. Там что-то про каналюшку говорили. Что-то тут было про канализацию. Понятно. Ломай, не ломай, он все равно трындит. Хорошая штука. Надежная. И по поводу, господа, все дамы, господа мы, все мои хейтеры и так далее. У меня убедительная просьба. Понимаете, тут в чем дело? Я, может быть, и плохо прохожу эту игру. Вполне вероятно. Плохо веду или еще там что-то. Да, это очень важно. Вот, но не забывайте, название канала Lazy Дмитрий. Lazy. Lazy значит ленивый, понимаете, ленивый. Не работящий, не искусный. Там, не еще какой-то ленивый. Поэтому как я веду? Видео, правильно, лениво. Все, это понятно? Надеюсь, да.
то прям даже обидно стало. Что ж это такое? Никто описание не читает? Что за народ? Так, тут тоже можно залезть, да? Альтернативные маршруты. Наше все, да? Ну, текст. Что пишут? Новый порядок. Статья 9. Район Нового Парижа готов к обновлению. 14 апреля 1980 года. Новый Париж. Архитектор Вольфганг Кляйнс, проектировавший маленький Берлин, устремил свой взор на четвертую зону для политзаключенных. Этот район обретает долгожданный новый облик. К реконструкции и облагораживанию построек приступит в начале следующего года, но уже сейчас идет активная работа по удалению нежелательных элементов, напоминающих о развратном прошлом Нового Парижа. Первым делом снесут трущобы в районе Акведука. Солдаты, расквартированные в Брудере 2, уже получили приказ сжечь это уродливое место дотла. Из пепла, словно феникс, восстанет новый прекрасный Новый Париж. Да, именно так это обычно, чувак, и бывает. Сначала все снести. Это правильно. Полтинник. Мало? И вообще пофигу. Хай Гитлер говорит. Халь, блин! Ты чего? Айда, пошли с нами, чё? Не хочешь? А ещё будет такое? Я отродясь такого не видела, Софи. Похоже на хорватский трудовой лагерь из папиных рассказов, где заправляла чокнутая нацистка. Патрончики. Так, а это ну понятно, то есть это вот опять мы сюда и возвращаемся, да? Ладно, хорошо, а вот там внизу то, что тут сказали, какой-то спуск, канализацию, еще что-то. Тише, тише, ты куда так? 3D-очки. Ой, какая няша, оранжевый цвет. Трущобы, говорит, сжечь. Сжечь-то легко, знаешь ли. А, вот так вот даже. То есть тут нет прохода. Понятно. Сжечь-то легко. Ты, Люм, сначала компенсацию нарисуй, умник. А то знаешь это. Софи, будь добра, помоги. Угу. Софи была добра и помогла. Софи добра. Любит бобра. Кассета. Но мы создали мощную тайную организацию, которая противостоит тирании берлинского режима. Мы истинные наследники Адольфа Гитлера и... Да. Чё-то как-то... Не получается у мужика. Еще текст. Так, отказное письмо. Письмо из... Эй, из издательства. Гер Триттон. Триттон. Ха, прикольно. Спасибо за письмо и ваш интерес к издательству «Арийский дом». Мы решили отказаться от публикации вашего романа «Великая стена». Несмотря на то, что концепция огромной бетонной стены, защищающей границу Рейха, звучит интригующе, мы считаем, что заявка вашей книги недостаточно реалистична. Завязка. Ваш текст изобилует не только грамматическими ошибками, но также множеством нестыковок и противоречий, как в сюжете, так и в биографии главного героя. Ни один читатель не поверит, что заурядный аферист мог бы стать лидером Рейха. Даже со скидкой на художественный вымысел мы не смогли поверить в героя, который настолько глупо бездарен, что ему можно доверить лишь мытью унитаза. Убедительно прошу не присылать больше никакие рукописи. Маркус Шифер, старший редактор. Эй, тут есть чем поживиться. Где? Где? Да я ж вроде всем, чем можно было, поживился. Че, тебе пофиг, да? Голова не самая важная часть твоего тела. О, попал. Да, давай, давай, высылаем. Эй, ты как ты? До чувака все долго доходит. Он уж три пули назад умер, а он все бегает.
Да что ж вы все прячетесь-то, а? Что за хрень? Кто кого... Простите, кто здесь защищается, а кто атакует? Нет, ну ладно, да, я атакую, да. Ну, почему они не дерутся? Да погоди ты. Ай, пропустил. Вот это, по-моему. Великий генерал, меценат, любитель животных, гений, великолепный повар. Вильгельм Штрассе был разносторонней личностью, идеально ограненным бриллиантом, отдавшим все ради защиты Отечества. В этом документальном фильме вы увидите всю жизнь Вильгельма от детских мечтаний до последних успехов, незадолго до гибели от руки жуткого Билли. Смотрите и учитесь. Божечки-кошечки, какой прекрасный человек. А я тебя вижу. Стой, болванчик. Стой, фигурка. Стой. О, я тебя вижу. Но не достреливаю. Ай, что за винтовки пошли? Не достреливают. О, а это что за... Тупичок? Или не тупичок? А, так это... А, так это... А, это аванпост. Подожди, а как... Ку-ку. Что-то мы как-то сразу во все стороны. Как это? Что-то мы во все стороны, как говорится, разбежались, да? Еволь, еволь. Тироль. А, вон ты где! Я думаю, где она тявкает? Ах ты! А ну давай, давай! Блин, я не пойму, главное, гавкает, гавкает. Где гавкает, непонятно, но гавкает, блин. А, это у нас... Ага, переход в самое начало, да? Угу. Ладно, хорошо. Хорошо. А это что такое? Подожди, а это куда? Ой, ну почему здесь всегда есть какие-то отвороты, а? Так, подожди, мы раз здесь... Понятно. Вот, честно говоря, овчинка выделки не стоит в большинстве этих ящиков. Столько, как говорится, возни. А, тут типа был скрытый наблюдательный пункт или что это? Не совсем понятно. Текст. Предсмертное письмо Адлера. Предсмертное письмо Адлера. Жуткий Билли. Мне раньше казалось, что это очень тупая кличка. В 60-е я был молод и глуп. Жуть. Жуть. Нет более подходящего слова, чтобы писать то, что он творит везде, где оказывается. И вот он вернулся. Пришел, чтобы завершить начатое много лет тому назад. Я прожил хорошую жизнь, всецело отдал себя службе, но мои силы иссякли, я не хочу столкнуться с ним вновь. В прошлый раз из всего отряда удалось выжить только мне. Только мне. Он тогда в Нью-Мексико убил много хороших ребят. Сначала он убивал нас, используя все, что подалось под руку. Потом взорвал бомбу. И тогда все обратилось в прах, все исчезло, кроме меня. Не знаю, как мне удалось уцелеть, но вторую встречу с ним мне точно не пережить. Я видел чудовищные вещи. Я не хочу так погибнуть. Только не так, я хочу сам выбрать свою смерть. Подождите-ка, в Нью-Мексико? А это случайно не тот чувак, которого мы отпустили? Помните, там был один дистанцист, которого он приставил к этому горлу этот свой топор и типа такой, беги отсюда. И отпустил. Я еще тогда сказал, типа, о, ничего себе, жуткий Билли, подобрел на старости лет. Отпустил. Это не он ли был? Не про него ли? Тут говорится. Ну, Нью-Мексико. Взрыв. Всех убил, один остался. Баб. Нет у меня никаких коней, отстань. Сама держи своих коней. Коней, говорит, придержи. Ты там где, жопа с ручкой? Как держать, Софи? Спасибо. Там же надо какое-то количество этих...
знаков выдать. Ну, по заданию. Сейчас, секундочку, где тут? Вот, сигнал поддержки. 34 из 50. Нет, это... Нет, это не собака. Это что-то... Какой-то механический звук. Робот, что ли, тут бегает? Ага. И так тоже можно, да? Да, ребят. Бегу к тебе на всех парах. На всех-то не надо. Может, на половине паров. Так, записочка. Записка Олега. Если ты читаешь эту записку, значит, я погиб. Меня убил отряд нацистских ликвидаторов. Жаклин сказал, что они придут совсем скоро. Мы дадим им последний бой, чтобы защитить жителей. Сражаясь с нацистскими мразями, я буду вспоминать моего друга Дмитрия. Когда я на медне вышел на связь после перестрелки под землей, он долго со мной говорил и рассказывал о прошлом, чтобы меня успокоить. За эти 3 года он стал моим лучшим другом. Он помог мне понять, что хотя улиц, по которым я раньше гулял, больше не существует, а земля, на которой трудилась моя бабушка, выжжена и загрязнена радиацией, Россия до сих пор жива в сердцах ее граждан. Пока мы живем, пока мы сильны, будет жить и наша родина, буду жить и я. Если ты читаешь это, даже если ты нацистская сволочь, знай, добро восторжествует, мы не умрем, просто станем чем-то иным. Ну, а что с другой стороны? Почему бы и нет? О, еще видеокассета. Венера. Тепличный проект. Проект освоения Венеры был заморожен после захвата террористами американских территорий, но мечта о том, что однажды мы вернемся на эту изумительную планету, не угасла и поныне. В этой серии интервью с создателями проекта вы узнаете, как изменится жизнь Рейха, когда мы вновь начнем осваивать Вселенную. Эта документальная лента входит в цикл учебных фильмов Пегги, наверное, для старшеклассников за просвещенную молодежь. А, понятно. Окей. За нее. Попал? Попал. А я тебя вижу, засранец. Так, новый порядок, статья 12. Изучение русской пустоши. 9 апреля 80-го Берлин, ученые из Берлинского научного института отправились на бывшие русские территории Рейха и построили вдоль реки Волги несколько научных аванпостов, где они пройдут следующие 5 лет, изучая долгосрочное воздействие на природу сильного радиационного фона, вызванного ядерными взрывами 71-го года. Институт опубликовал краткое официальное заявление. Нам повезло получить в свое распоряжение идеальный безлюдный полигон. Русская пустошь практически непригодна для жизни людей, а ведь именно с такими условиями нам предстоит столкнуться, когда мы вновь отправимся к звездам, продолжим расширять владение Рейха в космосе. Ну а чудо. Это была собака. В целом, подход весьма практический. Слушайте. Соп, вот это было круто! Да. Кажется, я все-таки научился пользоваться гранатами. Через пень-колоду, но все-таки. Ой, монетки. Ай! Слышь ты! Че стоишь-то, блин? Ты откуда здесь? Штурмом аванпост сопротивления в 4-й зоне для политзаключенных. Кое-кого из наших убили, остальных нет. Эпстер? Их, скорее всего, перебросили в центр допросов в маленьком Берлине. Идите туда и узнайте. Да говно вопрос, сейчас. Видимо, не так. Еще одна записка. Дневник неизвестного жителя. Дневник порван, а его уголки обгорели. По лагерю ходят слухи, будто нацисты хотят сжечь здание здесь около акведука. Они наверняка изолируют нас, а потом разведут огонь. Сожгут нас заживо и бросят трупы в братскую могилу. Патрис сказал, что информация из надежных источников, посему мне страшно. Раньше он не ошибался, рассказывая о подобных планах. Им все равно, как сжигать дерево
Что сжигать? Дерево, из которого сделаны крыши и стены домишек, или кости и плоть людей, их построивших? Для них тут все сплошной мусор. Кто всю жизнь был жесток, не придает значения очередной жестокости. Если мы попытаемся убежать, нас расстреляют. Если мы останемся, нас сожгут. Одно из этих событий примерно произойдет, это ясно, как... Ну да, это ясно. Да уж, как там? Я взял что-нибудь монетку? Наверное, взял. Где? Почему неизвестные боеприпасы? Гранаты. Гранатами я тут пользуюсь. Криво, косо, но все-таки. Понятно. Так, я с вас все ободрал. Вроде да. Он, видимо... Столько мелких частиц, да, вот здесь вот. А по факту, в общем-то, ничего и нету. То есть, ну да, как бы. Так, а где эта дверь? Вот она, да? Ай! Блин. А, понял. С одной стороны, вот смотришь, думаешь, ну ребята заморочились, да, все это нарисовали. С другой стороны, понимаешь, ну нафига вы все это нарисовали? Ну то есть это же все неактивно. Так, я откуда выпал? Электрокрафтверком? А! Лазер. А у меня нет электрокрафтверка. Да нет. Нет, не решил. Отстань, подожди. Пистолет. Вон чё. Ну ладно. Нет, у нас пока электрокрафтверка. К сожалению. Ладно. Пошли туда. Обратно. Иди. Морда, ты где? Тебя долго ждать? Зашибись, сестра. Спасибо. Ух ты. Вот такие вещи, это всегда классно. Спокойно, Джесс, уже иду. Иди. Такие вещи всегда классно. Ну, я имею в виду такие вот нычки небольшие. Прячок. Так, секундочку, сколько у нас денег? 384. Так, у нас есть пистолет, пулемет. Так, глушитель, да, ему нужно сколько? 470. 1600, как минимум. Не обращайте на нас внимания. Мы просто две бабы в крутых костюмах. Не ори. Ты на кого там агрессируешь? Ух ты! Какой большой и страшный. Суперсолдата надо убить. Точно. Ай!
жопу. Что-то мне пердак разорвало, похоже. Отож. А кто там кричал Ахтунг и все такое? Нет. Я знаю, что тут кто-то кричал про Ахтунг. Признавайтесь. Мы вас все равно найдем. Нет, не взрывается. Хм. Звук точно был. И нам, кстати, вон туда. Туда-то мы пойдем. Никуда это не денется. Это все понятно. Там кто-то есть. Там где-то кто-то есть. Пошли искать. Раз, два, три, четыре, пять. Сестры вас пошли искать. Кто не спрятался? О. А, вон ты где. Я знал, что ты тут засранец. Ку-ку. Ну, как бы это странно ни звучало, я слегка придрочился к этой игре. Она уже не вызывает такого лютого бугурта, как раньше. Хотя все равно. Хотя все равно это не Вольфенштейн. Вольфенштейн, как правильно, блин, все время путаю. Так. Давайте сначала вот этот верх облазим весь. Там внизу... Эй, ты чё? Так... Ай! Что такое? Что это было? Чё, куда? Ты чё? Прищемило себе что-то? Так, не, подождите, вот сюда давайте сходим. Это там кто-то... Эй! Почему звук есть, а источника нет? Где? Там кто-то разговаривал. Но где этот кто-то? Только где же этот кто-то? Ты уверен? Ты где, чувак? Обер-комендант, уничтожи найдешь. Огромное вам спасибо. Давай, Софи, режь свиней! Да я бы с удовольствием. Только тут нет свиней. А так бы я зарезал парочку. Так. Не вовремя. Так. Хоть кто что-нибудь, топ что не говорил, но все-таки, ну, слабое применение для вот этого лазер-крафтверка и всего остального, то есть действительно очень так это плюшенько получается. Ну, вроде как бы, да, ты его взял, ну, вроде прокачал, ну и что, ну, чтобы вот так вот патрон ты почему-то брать не можешь, с какого-то хрена, непонятно. А, так можно было... Вот ты, блин. Да я-то думал, это такая дверь с замком. Ну, типа... Ну, с замком, да. То есть, за... как это, которая прям закрыта-закрыта. Ее только с одной стороны можно открыть. А тут вон что. Да ёкало мне. Вот же ж... Стоп. Я тебя видел. Вот же ж, блин. Обидно. Ну, да ладно. София,
Молодец, Софи. Держи. Хорошо. А внутри этого здания что-то есть. Видели, да? И не просто есть. Кое-что очень нужно. 50 монеток. Чуть только 6, по одной, по две, по три штучки собираешь. Так, ну. Тут мы дальше, видимо, никуда не пройдем, да? Смотреть, говорит, центр допросов. Звучит, как, знаете, местная достопримечательность, да? Центр допросов. Осмотрите его. Давай, осмотрим, что. А, подожди. Как? А, это выход? А, вон что. В этом смысле. Четвертый. А. Ага. Это мне типа новый этот кусочек открылся. Все понятно. Так, а что у нас здесь по... Так, здесь 0. А, 700, кстати. Ничего себе монеточка-то. Так, давайте оружие докачаем. Так, пулемет. Угу. Все. И теперь будем Блицгивер подкачивать. Ну, когда станет доступно. Угу. А что в коллекции? Кассеты? Да ладно. А. Так, четвертая зона для политзаключенных была создана в начале 1960-х, чтобы запугать граждан и отбить у них охоту к инакомыслию. На территории Нового Парижа действуют 4 зоны для политзаключенных. 977-979 год бойцы спортсмены пытаются взять под контроль парижскую канализацию, создавая в этом подземном лабиринте тайники с оружием и убежище. Октябрь 1979-го нацисты превращают район улицы Шарон в гетто. Местные жители, не успевших покинуть свои дома, депортируют. Август 1979 года из-за антисанитарных условий в катакомбах знаменитый хирург Кушнер, работающий на сопротивление, не смог спасти очередного пациента во время операции. Отчаявшись, он начинает исследовать район по ночам. Он находит заброшенную квартиру с заколоченным входом, куда можно попасть только с заднего двора. Ноябрь 1979-го. После нескольких месяцев существования тайного лазарета, спасшего жизни многих бойцов сопротивления, решает превратить заброшенную квартиру в полноценное убежище с радиовещательной аппаратурой, хирургическими инструментами, бильярдным столом и кухней в французском стиле. Ничего себе. Так. Ребята, губа-то не дура. Так, слушайте, тогда у меня сейчас следующее предложение. У меня сейчас следующее предложение. С тобой шутки плохи. Я сейчас пойду вот в эту... Да, вот сюда опять. Побегаю, ну чисто набью там сколько надо этих... Да, нацистов. Сколько там их осталось. Где у нас задание? Вот. Подбирать броню. А, ну вот тут уже почти сотня. Тут почти максимум. И здесь 210 и 770. Ну, значит, это до 300 доведу. Вот это вот. Угу. Вот сюда сейчас тэпнусь. И, ну, без записи, потому что здесь мы уже все видели. Как бы дальше определенного места я просто не пойду. Соответственно, просто побегаю, пофармлю. И в следующий раз пойдем вот в эту зону для политзаключенных. Ну, а пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, а точнее Donation Alerts, Alerts, как правильно, и Boosty в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочку, щечку. Увидимся в следующей серии. Вольфенштейн, в смысле Youngblood. Ну, как вам сказать, вот сейчас я уже понимаю, что слегка привык к этой игре, но вот именно, то есть, короче говоря, как клон Far Cry, ок, ну так, серединка на половинку, но как Wolfenstein, да, вот так вот, вот такое у меня, к сожалению, мнение, как-то так.